На какие детали в этом году нужно делать акцент и от чего следует отказаться? Об этом директор департамента оформления и дизайна городской среды рассказала на встрече с руководителями предприятий санаторно-курортного комплекса, объектов потребительского рынка, а также учреждений образования, здравоохранения и других отраслей курорта. На встрече выступила и заместитель главы города. Ирина Романец отметила важность участия каждого сочинца в новогоднем оформлении города. Праздник – это дело всех. Что к празднику надо готовиться. И не только санитарное состояние, надо украшаться. Надо делать так, чтобы это было красиво. И 1 декабря у нас все это должно состояться. Вариантов оформления городской среды и новогодней продукции множество. Главное, чтобы каждый соблюдал единую концепцию дневного и вечернего оформления. Элина Баранская сказала твердое «нет» в мишуре и другим украшениям из фольги, а также предложила не скупиться на светодиодные гирлянды и ленты и выбирать те, что хорошо изолированы. Ведь даже малейшие механические повреждения такого украшения могут нанести ущерб объекту и испортить праздник. Обратить внимание главный художник города предложила и на елочные гирлянды, крупные шары и банты. Примерные варианты новогодней атрибутики были представлены дизайнерами. Объявлен конкурс на лучшее оформление городской среды объектов по принадлежности. Городская среда нуждается в особой стилистике вечернего городского антуража. Это скульптуры из светодиодов, олени, шары, снежинки. Все это мы должны увидеть в городской среде, в наружной городской среде, по нашему не только гостевому маршруту, а повсеместно. Некоторые организации уже включились в работу. В Маримоле начали украшать атриум и витрины магазинов в новом стиле. Уникальное ретро-оформление, отмечают руководители торгового комплекса, понравится каждому. Вечерние украшения появляются и в парке Ривьера, и на улицах курорта. В этом году световые элементы вдоль федеральной трассы представлены в виде футбольной тематики. Праздничную атмосферу в городе можно будет полностью ощутить уже к 15 декабря. А вот на предприятиях новогоднее оформление должно завершиться раньше, уже к 1 числу. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.